ожидал вас тут встретить. Да что такого? Вот, вышел на зарядку. Решил с утреца десяточку мотануть. А тут, гляжу, и ты. Ну чё, как дела? Давай, рассказывай. Да ничего, нормально, вон. Мячик тоже бросай с утра, товарищ старший лейтенант. Мячик, это хорошо. Но только я уже капитан. Капитан? Да взяли мы всех твоих. И на главного вышли. Друган, правда, твой несговорчивый был. Макс? Ну да, да, он. Но мы с ним поработали немножко. И он нас за ручку-то главному и привел. Понятно. Ну и что дальше? Да что дальше-то? На, держи. У тебя 3 дня, чтоб ты съебался отсюда. Oh, my God.